Телеканал КРТ представляє. В українських школах планують ввести уроки політінформації про російську агресію. Про таку ініціативу заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Цей орган виконавчої влади вже розробляє цикли лекцій. Один з них присвячений російській агресії та війні. Другою темою є декомунізація та українська спадщина. Рішення про час викладання лекцій, позаурочний час або в рамках спеціальних класних годин мають прийняти Інститут нацпам'яті разом з Міністерством освіти. До речі, міністр освіти і науки Ганна Новосад повідомила про перейменування шкільного предмета «Захист вітчизни» на «Захист України». За її словами, українська освіта наслідує радянську парадигму, і продовжувати цю традицію є буцімто неправильним. Ваша точка зору? Я хочу сказати, що Інститут національної пам'яті, ну, моє личне мнение, його, звісно ж, треба було розгнати вже достатньо давно. Я в реальності не розумію, чим він таким важным занимается, кроме как разжигает внутренний конфликт внутри страны. Что касается учебников для школы и таких лекций. Во-первых, очень осторожно нужно подходить к любым вопросам, которые поднимаются в начальной школе. К любым. Что я имею в виду? Во-первых, нужно однозначно нам, как гражданам, всем внутри страны, четко выработать свою позицию, и она должна быть монолитной. Монолитной к событиям, которые произошли в нашей стране. Я хочу спросить, вот те вопросы, которые пытается поднять Институт национальной памяти, они уже однозначно, мы их обсудили, пережили, они однозначную получили оценку в судах, внутри, на кухнях, грубо говоря, внутри самой семьи. И мы однозначно все граждане Украины к ним относимся. Нет, это не так. Далеко не так. К тем событиям, которые называются, часть страны относится абсолютно полярно по-другому. Что касается революции так называемой гидности, некоторые ее называют государственным переворотом. Что касается Евромайданом. Кто-то называет Евромайданом. В вопросах с Российской Федерацией тут нет даже внутри понимания, внутри политиков, внутри но вы самих. Вы уже поняли для что? Себя? Вы для себя уже поняли? Я для себя понял, но я не преподаю в школе, понимаете? И не пытаясь преподавать, потому что эту позицию надо однозначно внутри пережить и детям ее давать тогда, когда ты сам однозначно все понял. 15 зачем? Миллионов России, мешканцев России имеют украинские корения. Пов'язані. Це виходить, що ми свідомо ставимо в дурну ситуацію людей наших з українськими корнями там, в Росії, бо показуємо свою неадекватність. Руслан, я навіть не пытаюсь, сказати, вот как понимают там по поводу россиян, которые находятся там. Я хочу сказать, Институт национальной памяти, он четко выработал свою позицию в вопросах языка, так называемый, который они называют языком агрессора. Есть ли решение Венецианской комиссии в вопросах языка? Есть. Есть ли решение внутри в законодательстве Верховной Рады, которые бы однозначно их учитывали? Нет. Как это нет? Закон о языке нет. А ну, он поддержит... Вы меня извините. Нет, закон о языке есть. Только Венецианская комиссия как сказала по поводу этого закона? Он совпадает с европейскими закон нормами? Закон про мову, статья 10 закону про мову, там, где про державному українську и вільний розвиток російської мови, це одне діло, а йде питання про закон про освіту, де школярям... Ну, це ж інше закон. Ну, про це я і звертаю увагу. В вопросе языков. Вопрос языков принят, вопрос обучения принят. Я хочу сказать, закон об обучении, он относится абсолютно адекватно ко всем языкам на территории Украины. Вы знаете, за это мову поднимают, когда рассварить треба. Каждый рік я бачу оце глупости. Никто нам не заважає говорить, на какой мове мы один раз. Руслан, это так и сделано. Это входит в новый виток. В вопросах вот этого политического образования в школах, это для того, чтобы внести разброд вовнутрь семьи. Это уже было. То, что они говорят, там, давайте примем, отмахнемся от прошлого, коммунистического прошлого, да елки-палки, вы же идете в по этому пути. Половина семей российскомовных, але дети же говорят своим батькам российскомовным, украинской мовой.